Доброго дня, мы из Украины. Ну что, сегодня ночью 4 утра там нам насыпали прилично. В данный момент идентифицировали там 19 ракет, там в перемешку ракеты с смерчами этими, или торнадо С, как он называется. А, всего 24 лунки у нас сейчас по городу. Ну, Святой Николай и ЗСУ нас берегут от негодяев. Но смотрите, это ж зеркально, они бесятся. Работают военные четко, палят не только склады с БК, палят командные пункты вместе с генералами. У нас вообще в Николаеве, не помню, мы, по-моему, лидеры в уничтожении всяких руководителей генералов. То есть место такое, только приедут, только назначат кого-то нового. Кирдык, то есть вместе с заступниками, до свидания. То есть на концерт Кобзона. Поэтому, к сожалению, очень серьезно обстреляли город. Много есть разрушений, школа, больницы. Все живы, слава богу. То есть все остальное отстроим. Оккупантам очень сейчас грустно. Работают по ним четко и все больше. С каждым днем, как говорит офицер, и все мы еще не починали. Дякую.